Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олаха. Ну что, 10-й день и 30 жетонов я забираю. Сезонный абонемент. Так, давай мы, наверное, сразу заберем награду за ежедневный вход. Отлично. Так, Беззубик, что ты нам принес? Отлично, топорик. Тот самый топорик, который мне нужен. Так, соберем ресурсы. Потом, наверное, отправим Беззубика на дальнейшие поиски. Так, тут нам выпадает 120 тусклого янтаря. Не особо хорошая награда, если честно. Так, давай, не сиди тут. Прохлаждается. Так, ветрокрыл. Что это за яйцо у нас? Ага. Ветрокрыл, ты у меня готов? Да, он готов отправиться за железом. Поэтому я его с удовольствием отправляю. Костолом принес мне немножко древесины. Сарделька. Ну, что ты мне дашь? Заколка. Тут два варианта, друзья. Либо нам выпадет яйцо, либо руны. Заколку они не отдадут просто так. Четыре руны. Ну что же, я отправляю его в драконий край. Пускай летит. Эрит. Давай, бесплатно. Так, Кривоклык, изучи яйцо. Грамгильде, поиски. Бесплатно. Здесь вроде бы как все. Так, что у нас у торгаша? Отказаться. И, как я вижу, ну, можно, в принципе, вот этот топорик взять. Обменять на древесину. Окей, здесь... Так, он принес мне рыбы. Он принес мне рыбы. Давай отправим его за рыбой дальше. Так, он получил уровень. Ну что, ребята, теперь он будет приносить нам 60 железа. За сколько там? За 630 древесины. Вот так вот. За 630 древесины. Обучить. Блин, мне не хватает, ребята, его на обучение отправить, к сожалению. Ладно, пускай пока постоит. Может быть, наберем древесины и тогда отправим. Ну что, посмотрим. Естественно, вряд ли у нас получится сразу его прокачать. Они все очень такие вредные драконы. Но все равно, ребята, шанс успеха неплохой. Пускай тогда летит. О, новая способность открылась у нашего скалотряса. Сколько он будет приносить? Пока одно железо. Но я думаю, что надо его дальше идти прокачивать. Пускай летит. 74 миллиона древесины приносит нам яркий ужас. Так, ребята, я думаю, что есть смысл его прокачивать. Ну, сам понимаешь, древесины-то он приносит не кисло. Так, пускай летит. Тренируется, так сказать, дальше. Сколько нам нужно? 63. Так, 33 железа нам приносит, да? Угу. Так, пускай пока за древесиной идет. 151 миллион рыбы приносит нам весночес. Но я думаю, что мы его отправим дальше за рыбой. Пускай летит. Так, ну а ты? Также будешь кривляться, сопротивляться? Ну, конечно же. Конечно, они так и будут до последнего, ребят, сопротивляться. И с этим я ничего поделать не могу, к сожалению. Так, здесь заберем рыбу. Так, наверное, мы отправим этого за древесиной. Этого за древесиной, а тебя за рыбой. И тебе за древесиной отправим. Так, 121 миллион древесины. Так, вот этого надо отправлять. Пускай идет дальше, так сказать, обучается. Что у нас еще здесь? Опа, 60, ребята, железо добывает мне громобой. 107 уровень, да? Угу. Надо будет обязательно его тоже отправить на прокачку. 110
миллионов древесины нам нужно для этого. Так, этого отправляем за рыбой. Что у нас тут происходит? Модификрылочка. Давай-ка, лети за рыбкой. А чё я его не... А, все нормально. Ну и что ты мне дашь? Ну, естественно, естественно, три железа. На что еще тут можно рассчитывать? Конечно, лети, обучайся. А чё это я его в тот раз не отправил? Непонятно. Что-то просидел у нас тут в окопе, так скажем. Блин, ты посмотри, какой громобой, а? Ничего у него, ребят, нету. Ни древесины, ни железа. Я его единственное держу из-за того, что на нем можно неплохо уровень прокачивать, и все. Так, здесь забрали. Отправили. Где мой второй-то? Вот он. Так, опять он тут нам принес гнездо, всякую ерунду. Все, отправили мы его тренироваться. Монеты Одина и громобой, шепот смерти, душитель. Чутка ресурсов. 6 монет Одина. И тут у нас плестиголов, шторморез, крылатый ужас. И опять же чутка ресурсов. Откройте 2 набора карт. Открыли, но я сейчас хочу кое-что другое глянуть. Мне нужны ресурсы. Стоп. Нет, 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 мне нужны не такие, мне нужен пак, который открывается за монеты Одина. Вот этот вот. А ну-ка, сколько мне дадут? Ну, неплохо, ребят, неплохо. Так что давай-ка мы попробуем сейчас. Где мои эти рыбные души-то? Да ё-моё, чё так проскальзываешь-то? Он за древесину. Так, подожди, у меня громобой, который вот этот вот, да? Ай-яй-яй-яй-яй, не хватает. Надо было древесину нам брать, а не рыбу. Ладно, пускай этот летит у нас за древесиной. Ну, а ты тогда пойдешь за рыбой. Ну, по драконам вроде бы как все. Здесь мы забираем блестящий янтарь. 2 штуки. На обмен поставили. Так, дальше. Открываем пак. Громоль, громобой, кревет, громобой защитник и все. Начать открытие. Теперь сезонный абонемент. Так, сейчас заберем с тобой награду. Так, здесь. И вот тут у нас еще. Итого 2 награды получается, да? Ну, смотри, 30 рун. Что очень даже неплохо. И сладкие яйца. 500 штук. Ребят, смотрите, у нас 4225. 11 дней до конца сезона. А нужно 7500. Да. Сомневаюсь, что мы успеем получить 7500. Ну что, я хотел посмотреть, есть ли у нас сегодня события. Есть, друзья мои. Происшествие «Путь по ту сторону». То есть как раз одно событие нормально. 3 дня, значит, говорит о том, что это событие длинное, долгое. И награды. Так, пак. 3 пака, о, 100 рун, 50 рун, 150 рун в общем количестве. Я думаю, стоит, ребята, однозначно его проходить. Поехали, прямо сейчас и начнем. Потом посчитаем, сколько нам нужно раз зайти. Мне кажется, здесь где-то 2 раза надо будет поиграть, чтобы пройти это событие. Поехали, начнем разборочки. Ну что? Так, добиваем. Что-то громко, по-моему, да? Здесь как-то громковато.
Блин, подожди, а почему Фиол такой, ну, судя по ХП, он довольно крепкий, малый, несмотря на то, что он 18 уровня всего лишь. Давай, наверное, еще так бомбанем разочек. Кстати, здесь это последняя волна. То есть две волны всего лишь дается, и сейчас мы его уничтожим. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. И выпадает древесина. Кстати, она мне как раз и нужна была. Слушай, забираем 50 рун сразу же. Мы все ближе и ближе к нашей цели. Наша цель 9000 рун. Поехали. Блин, ну я уже их коплю на самом деле очень долго. Наверное, месяца 3 или 4. Куда это у нас пропал звук, извините меня. Непонятно, музыки нету. Ладно, поиграем в тишине, нам не привыкать. Понижаем здесь броню, само собой. Тут все по стандарту. Когда есть понижение брони, понижаем броню. Делаем двойные атаки. Кривоклык, естественно, бьет очень неплохо стражей. Мой, например, барсик плюс шторморез, они очень неплохо разбираются с хитрецами. Плюс постепенный отхил, если такая возможность есть. Так, вжариваем. Понижаем броню. Делаем укус. Так, ну что у нас? Он заколебал уже бомбить моего кривоклыка-то. Неугомонный какой. На тебе. Очередное колесо. Выпадает нам плод мудрости. Ну что же, у нас как раз не хватало плодов мудрости. Мы их всех потратили с тобой в прошлой битве. Тоже в этом событии довольно было жарко. Но там не было выбора, друзья. Там либо мы проигрываем, либо мы выигрываем. Но придется очень хорошо потратиться. Естественно, я выбрал идти до конца. Так, ну что, шепот смерти у нас здесь, собственно, персоны. Я думаю, сейчас мы с ним быстро разберемся, потому что он, судя по ХП, ватный. Давай, барсик, добивай. На последней волне у нас дымодышащий. Ага, с душителем. Вот они вдвоем здесь прибыли. Так. Нормально. Ну что, хлопчик, сейчас мы и до тебя доберемся. Давай, наверное, я хильну своих бойцов чутка. Ой-ой-ой-ой, что ж ты творишь-то, а? Да, вот такую вот он пакость вешает. Я надеюсь, мои быстренько разберутся с ним. Да вообще проще пареной рыбы. Крутанем и заберем с тобой рыбу. 682 миллиона рыбы. Ну, неплохо. Плюс забираем загадочный пак. Две энергии. Это получается мы здесь подеремся и с мини-боссиком. И 1000 тусклого янтаря прикарманим. Окей. Так, это у нас Хоферсон. Собственно, персоны. Он у нас синий. То есть это хитрец, получается, да? Класс хитрецов. Мы с ним разобрались вообще на изи. Так, а вот фиолка. С этим придется помурыжиться здесь. Хотя 16 уровень, в принципе, разбирается на изи. Но тут три волны. Окей, тут три волны. Нет, я лучше, наверное, все-таки хильну своих бойцов здесь. Сделаем укус. И, скорее всего, добьем. Последняя волна. И тут у нас кревет плюс шторморез. Пойдем начнем с кревета. Естественно, надо уничтожать того, кто больше, как говорится, для нас опасность представляет. И это именно кревет. Угу, конечно, я тебе так и позволю там под усиленной атакой нас бомбить.
Ну что, делаем укус. Двойная атака плюс снижение защиты. Совсем там, ребят, даже... Я не знаю, как он живет, на миконах буквально. Так, еще 112 миллионов рыбы. Так, это 850. То есть рыба у нас по фулке. И последняя битва. Это у нас мини-босс. Хотелось бы глянуть, что там у нас за мини-босс. И сколько волн. Надеюсь, не три. Три волны, ё-моё. Так, ну ладно, с Громолем мы позже займемся. Потому что он у нас идет как страж. Нам выгоднее, конечно же, сейчас разбомбить. Чего ты там? Змеевика? Да чтоб тебе. Там совсем чуть-чуть не хватило. Так, минус змеевик. Ну и теперь, естественно, Громоль. Сейчас фаербол залепит, наверное, да? Ничего он не стал делать. И это хорошо. Вторая волна, смотрим. Ой-ой-ой, скалотряс плюс престиголовый. Попробуем, короче, вот так вот сделать. Блин, сейчас будет двойной укус. Еще вытворяет. Короче, все силы сюда переправляем. На отхиле ловим. Сейчас фаербол пульнет. В Барсика досталось. Барсик, отомсти ему. Эх ты, недотепа мелкий. И третья волна, последняя. Ох, ё-моё. Ветрокрыл плюс костолом. Выгоднее, конечно же, мне, наверное. Так, а как вот тут сделать? Слушай, давай. Давай-ка я вот так попробую. Пускай он его бомбит, в конце концов. А мы будем потихонечку бомбить именно. Но как только будет здесь очень много энергии, соответственно, сразу будем переключаться. Сделаем вот так вот. Окей. Так, ну что, видишь уже, какая зона у нас опасности идет. Блин, горелый. Слушай, знаешь, что я боюсь? Я боюсь, что он сейчас сделает заморозку. А он ее сделает. Он сделает, и я боюсь, что... Нет. Он решил отхиляться. Слушай, ну тогда, парень, тебе кранты. Что я могу сказать? Потому что мы его берем под контроль. А дальше он пускай что хочет делать. Хоть хиляется, хоть там, я не знаю. Мы его разберем. Потихоньку вот так вот разберем. Ну что, я думал, он будет хиляться, нет? Все, довольно легкий мини-боссик был, но опасный. И выпадает нам древесина. Окей. Забираем 1000 тусклого янтаря. Ну, в принципе, ребят, неплохо, неплохо повоевали здесь. Раз, так, подожди, раз, два, три... 4, 5. Ну да. В следующий раз, когда зайдем в игру, мы это событие пройдем. Так, а теперь я хотел, конечно же, отправить нашего беззубика. Беззубика мы отправляем. Так, сейчас, подожди секундочку. Мы собираем топорики, да, получается. Пускай он летит в угрюмое море. Бесплатно. Так, здесь награду заберем. И давай-ка посмотрим, что у нас тут. Монетки Одина. И плюс загадочный пак. Ужасное чудовище, громобой. Экзотический шепот смерти. Меня больше интересуют, естественно, руны. Так, плюс тут у нас немножко... А, рыба по фулке у нас. Вот, ребята, я не могу подключиться к Google Play. Не могу. К сожалению. Ракошмык, получил у меня 78 уровень. Слушай, я ведь могу
Видишь, как можно сделать? Хоба, и на тренировочку его отправить. Так, а нам где-то не хватало, по-моему, для этого громобоя. Блин, тут древесина. Хотя, подожди, если мы его... Лети, родной, ты заслужил. Так, рыбы 580 лямов. Не хватает, да? Вообще не хватает никого отправить. Ну что, я могу предположить только одно. Будем копить. Копить рыбу для следующей серии. Сколько? 263 железа, чтобы получить ему 107 уровень. Вы серьезно? Я в шоке, ребят, пребываю в таком в небольшом. Так, ты это кто у нас такой? Скорожал. Клыка Крив. Да, очень много драконов, которые еще хотят обучиться. И 3500 стоит. А когда у нас будет следующее событие? Но пока даже не предвидится. Жди, жди меня, скоро мы тебя откроем. Так, вот нюхохват, ребят, я, наверное, его все-таки отправлю в ангар. Отправил, блин, в ангар называется. Вот тут, кстати, если расчистить место, можно будет поставить спокойненько еще одного дракона. Ну, ценник ты сам видишь, на уборку 480 лямов. А что ты у меня грустишь? Лети, собирай. А он не может лететь. У меня все, видимо, уже под завязочку. Нет. Есть все-таки резервы еще. А вот теперь все. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.